попал в антирейтинг. Саратов оказался в числе городов, которые сильнее всего загрязняют водоемы сточными водами. Об этом сообщили в Федеральном министерстве экологии. Ведомство опубликовало данные, в которых специалисты оценили состояние окружающей среды России. В документе упоминается и наш регион. На сегодняшний день он официально считается одним из лидеров по загрязнению Волги. В списке также Уфа, Волгоград, Набережные Челны и другие волжские города. Эксперты отметили, что в реке обнаружены органические вещества и соединения меди. Вода самого плохого качества зафиксирована в Вольском, Балаковском, Ровенском и Саратовском районах. При этом следов нефтепродуктов ни на одном из участков обнаружено не было. Стоит отметить, что тема загрязнения Волгоградского водохранилища поднималась этим летом на большой пресс-конференции Росприроднадзора. Глава ведомства Светлана Родионова сообщила, что Волгу планируют оздоровить в течение ближайших 4 лет. Оздоровление реки Волги идет по многим последствиям сточных, по берегоукреплениям, по очистке самих берегов, по освобождению береговой линии от мусора, по углублению, да, по работе и вечному спору между экологами и энергетиками, да, как мы сбрасываем воду, и когда это сделать, я знаю, как Астрахань не страдал там несколько лет назад, когда воду поздно сбросили, да, или когда произошел замор рыбы. Также экологи подчеркнули, что в прошлом году в Волге произошел большой замор рыбы. ЧП случилось из-за того, что ГЭС раньше срока сбросила воду. Сейчас задача специалистов не допустить подобной ситуации в будущем. Из реки также регулярно берутся пробы воды. Благодаря этому эксперты вовремя выявляют случаи загрязнения и наказывают тех, по чьей вине они произошли.